Сегодня в 8 часов утра на территории России откроется порядка 97 тысяч избирательных участков. Кроме этого, голосование будет проходить и в 145 странах мира, где для россиян, находящихся за границей, будет организована работа 400 участков. В нашем районе будет работать 66 постоянных избирательных участков и один временный, который будет расположен на территории Центральной районной больницы. Участковые избирательные комиссии сегодня приступили к работе с 7 часов утра. После того, как были выполнены все необходимые процедуры, в присутствии наблюдателей опечатаны урны для голосования и выданы членам избирательных комиссий бюллетени, ровно в 8 часов утра участки были открыты. Уважаемые избиратели, уважаемые члены избирательной комиссии, с правом совещательного голоса, решающие, уважаемые наблюдатели, разрешите мне открыть избирательный участок 4214 для голосования в помещении президента Российской Федерации, объявляю открытым. На избирательном участке номер 4214, который расположен в городском доме культуры, в списках избирателей значится 2214 человек. Многие пришли выполнить свой гражданский долг с самого утра. Среди голосующих были как люди пожилого возраста, так и представители более молодого поколения. Хочу, чтобы в нашей стране стало жить лучше. Поэтому прихожу пораньше и голосую за себя сам. С утра пришла, проголосовала, потому что сегодня работа, чтобы не пропустить такой день. И работа вот пришла и проголосовала, потому что считаю, что это очень важно, что в стране должна быть стабильность, чтобы наши будущие, там, дети, наши внуки, чтобы они жили спокойно, в мире. Это долг. Россияне должны знать, кого выбирать. Если мы не будем выбирать, значит, мы не делаем будущее нашим детям. За полчаса, что мы находились на участке после его открытия, пришли проголосовать уже более 100 человек. Членов избиркома такая активность населения с самого начала выборов только радует. Голосование на участке идет очень активно. Уже проголосовало человек 170. Приглашаем вас всех прийти на выборы, сделать свой правильный выбор. Наша страна, наш президент, ваш выбор. Для тех, кто не сможет по состоянию здоровья прийти на свой избирательный участок, есть возможность проголосовать дома. Для этого необходимо позвонить по телефону в свою участковую избирательную комиссию. Телефон комиссии номер 4214-223-63. Заявки для голосования на дому будут приниматься до 14 часов. Сегодня жители нашей страны выбирают президента, который будет управлять Россией 6 лет и определять ее дальнейшее развитие. Кто это будет, выбирать вам. Приходите на выборы. Воспользуйтесь своим гражданским правом – повлиять на будущее своей страны. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Специальный выпуск «Выборы-2018».